К другим темам. Основной проблемой, связанной с медициной, уже почти два года остается пандемия коронавируса. Но время от времени появляются и другие острые темы. Например, коррупция в учреждениях здравоохранения. Очередное уголовное дело было возбуждено в Магнитогорске в конце ноября. Дело возбуждено Орджоникидзевским межрайонным следственным комитетом по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 291.2 «Мелкое взяточничество». По версии органов предварительного расследования, в сентябре 2021 года фельдшер городской больницы номер 1, находясь в поликлинике с дневным стационаром, из корыстной заинтересованности через посредника медсестру получила взятку в виде денег, не превышающие 10 тысяч рублей, за совершение незаконных действий. Этим действием было открытие листка нетрудоспособности человеку, который на самом деле в нем не нуждался. Проще говоря, липового больничного. А вот наказание нерадивому фельдшеру за фальшивый документ грозит вполне реальное. Ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы на 1 год, либо штраф 200 тысяч рублей.